Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет очередной обзорчик новой прокачки. Как я вам говорил, я прокачал вот таких вот героев уже на 20-й прорыв. С них я вам еще не показывал Гаргула на максималке, Бигфута и Тековку. И сегодня у нас будет вот такой вот Бигфутик на обзоре. Исцеление. Почему исцеление для увеличения от хила в два раза, посмотрим, сколько он хиляет. Вот такая вот сборка, собран он на максимальное уклонение. Я наролил вчера ему уклонение для стримчика, заснял один видосик, решил вам перезаснять, потому что уже был полусонный, дичь полная произошла. Так, вот такая вот сборка, как видите. Атаки у него хватает, жизни, в принципе, тоже, оживы дофига. Поехали, посмотрим, что он сможет в рейде, как он вообще выдержит урон или нет. Ну, по чуть-чуть Фрейя, как видите, шатает, но дальше, в принципе, от хила хватает. Единственное, что смотритель активирует Фрейю. Сейчас посмотрим, что он сможет или не сможет. Сколько жизни не увидел на повторе, напишите мне замедленно. Может, сейчас увижу. Ну, отхил где-то 129 тысяч. Неплохо. Маловато, конечно, жизни такой сборки. Но за счет отхила, в принципе, это нормально. В любом случае, это больше, чем просто обычный бигфутик. Он у меня бегает как ошпаренный какой-то. Им это связано. Да, как видите, Фрейя все равно его разбирает. Даже фул уклонение его, по сути, не спасает. Возможно, на него поставить еще слона, но тогда не будет столько отхила. Ну, такое. Но все равно держать урон против таких героев — это очень неплохо. Так, окей, поехали еще кого-то поищем. Он не шатает, я показывал Огника с... Бигфута с огненной защитой. Вот там он действительно очень круто смотрелся против ПВПшных героев. Это такой универсальный более вариант. Но и то я все-таки склоняюсь к тому, что священный огонь получше. Ну, так вот. Урон немножко, конечно, он держит, но... не то. Давайте попробуем рунки исцеления убрать и поставим ему СО. Вывод вариант 50%. Да, немножко жизни добавили. Сейчас посмотрим, что будет у него по отхилу. Было 129-160, вот так вот. Но по урону он должен не так проседать уже, как предыдущий. Да, и мы это прекрасно видим, что в такой сборке, ну, конечно, тут немножко возможно не те, хотя, смотрите, 12-й герой, и он держит урон, как по мне, намного лучше предыдущий. То есть такая сборка тоже довольно-таки неплохо смотрится. Хорошо, если не такой вариант, а попробовать выживание. Не знаю, правда, или оно зайдет на нем. Но ради интереса. Все-таки как-никак дополнительные отхилы и время. Сейчас посмотрим, что нам Фрейя скажет. Да, что-то он и сам не шатает, и других не шатает. Нет, все равно проседает. Получается, вообще нету у нас никакого дефа. Из того уклонения на Фрейя, как видите, не полностью активируется, поэтому нам ничего не понятно. Давайте тут запустим.
Он бегает как ушпаренный какой-то. Но тут интересно. Стрелок. А мне нравится, честно говоря, выживание рунами на нем. Отхила, конечно, как видите, намного меньше, 56 тысяч, потому что атака небольшая, в принципе. Но есть свои плюсы. 3,5 секунды неувязок. Не знаю, вроде так ничего смотрится. Еще даже не слили ни разу. Уже и Фрейя подключилась. Интересно. Хорош. Отлично. Ну все, тут он уже зависнет навечно. Ну, вроде так ничего. Давайте еще тестик. Против какого-то топа посмотрим, сразу заценим. Но тут вот неплохо. Выживание зашло. Ну а дальше, как видите, все. 3,5 секунды. Вот это все, что он может продержать. Весь урон дальше. Он просто чистый герой. Ну, на определенной локации должно быть заходить. Так, хорошо. Пробуем еще вариант. Ставим обратное исцеление. Поехали на аренку. Я уже вам не раз показывал. Я Бигфута мало использую. Почему? Потому что есть более универсальные герои. Но смотрите, тут 149 хил, и они просто не успевают его убивать. Вот под смотрителем только слили. Прикольненько. Давайте на этого нападем. Так, немножко не та дорожка. Не знаю, от него все, что надо, это заморозка. В принципе, в такой сборке плюс ремка. Сейчас пойдем тестить на ПВП локациях. Он должен неплохо урон держать. Ну, видите, сливают. Но все равно кусается. Хоть чуть-чуть, но кусается. Конечно, тут герои такие прокачки. Смешные. Конечно, надо смотреть. Ну давай, удиви. Ничего себе. Да ладно. Еще ушатай их всех тут. Смотрите, Фрейя, Огник. Хорош. Действительно неплохо. Правда, урона нет. Давайте еще этого попробуем. Бигфут против Лазули. Слили. Такое двоякое. Надо будет все-таки прокачать, наверное. Со, пишите в комментах, если хотите увидеть такую сборку. У меня у него такая вот сборочка. Можем поменять, прокачать другую. Так, ну давайте попробуем на PvP локациях. Посмотрим, он сможет ремочкой. Еще в подземочке забежим. Ну такое своеобразное, не знаю,
Я от Бигфута давно уже отказался в многих локациях, потому что ну, немножко не то. Так, ну поехали. Посмотрим. Тут ремка, он должен сразу был включиться, но смотрите, немножко его подслили. Это как? Как это было? Он живой был еще. Да. Не перестают удивлять, честно говоря. Я вообще не понял. Это так странно, непонятно. Включился. Посмотрите на Гаргула сейчас внимательно. Как он урон держит. Это просто жесть. Да уж. Красавчики. Я не знаю, вот на Бигфуте вроде урона сейчас дофига, но честно скажу, я не особо. Хотя, посмотрите, что он делает. Чудит, конечно, прикольненько. Нифига себе, он практически слил еще и этого огника. Чуть-чуть не хватило. Неплохо. Но стоит ли ему качать девятую оживу, это вопрос. Или лучше все-таки СО. Ну, хотя на атаке фортов ожива действительно бывает спасает. Непонятно. Так, ну давайте на вот этого нападем. Ну, ремочный вариант, в принципе, довольно-таки неплох. От ремки атака идет, плюс ожива все время есть. Но, как видите, Фрея все равно Фрея шатает. Не вариант. Ну, сейчас будем дальше тестить еще на подземках. Ну, это не подземочный герой, это чисто пвпшный герой. Не знаю, это меня живо, честно говоря, не сильно зацепило. А вот на Гаргуле вообще просто бешено смотрится. 20-й прорыв. По-моему, он неубиваемый стал. Его знает, смотрите, вроде так неплохо смотрится. Что-то не заморозил. Ну, против огника, конечно, Бигфут это не тот герой, который будет тащить. Так, ну, такое вот, не знаю, я бы не сказал, что он там мега крут. Давайте попробуем с пактом. Цепим ему пакт. А тут поставим дополнительно слона. Отхила у него все равно будет на подземке хватать.
Посмотрим, что он тут сможет сделать вообще. Если даже вот так вот его выпустить. Ну, тут он, конечно, будет хорош. Даже очень. Посмотрите. Он просто тупо их уничтожает. Офигеть. Прикольненько, мне понравилось. Просто тупо в мясо кидаете его, и он себе тащит все. Неплохо. Ну, на седьмых, конечно, ему далеко до некоторых героев. Но тащит может. Ну-ка, давайте попробуем 5-10. Ну, они спрашивают, как проходить. Я немножко не туда зашел. Ну, тут он, конечно, это его стихия. Убивать издали, посмотрите, что делает. Вообще супер. Интересно, как он там с черепами сейчас, конечно, будет справляться. Вот это интересно посмотреть. Но, по идее, у него тут урона хватает. Он замораживать будет. Должен успевать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй, Дрейк. Посмотрите, что делает. Ну... Чуть-чуть не хватило. Ну, в общем, ребят, вот такой вот герой. Не знаю, что вам сказать. Ну, сборка вроде интересная, универсальная. Можно разные варианты поставить. Но, опять же, применения особо такого нет. Есть определенные сборки под каждую локацию, где он может тащить. Поэтому что-то такое универсальное, даже не знаю, ожива вроде и хороша, но в то же время, как видите, на некоторых локациях она просто ни о чем. Сейчас попробуем, тут может тут найдем кого-то интересного. Ну, так, конечно, он хорош. Затащил. Ну, видите, без включения все. Хотя, нифига себе. Нормас. В любом случае Бигфута надо иметь в любом алтаре. Это, ну тут видите, Фрая уже, наверное, все. Вот. Вариантов особо нет, но все равно неплохо. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.